Здравствуйте! Сегодня день позитивных изменений в жизни, поэтому можно пойти на обучение, начать дело, но это дело не должно быть связано с красотой и финансами. В других сферах зеленый свет. Еще этот понедельник хорош для интернет-проектов, для продвижения, для рекламы и для визита к доктору. Пусть начало недели принесет вам что-то доброе и хорошее. Берегите себя. И до завтра. Завтра, кстати, важный день. День зимнего солнцестояния. Очень мощный энергетический вторник.